Шляма лехом бнеунтен мугабе, кабнун шена у шляма, мандитет Краснодар, батрат Руся. Хачма юман камадия, кубелан хдай герта, мн мякарта маги, кат ила амранта татра Джорджа, айбич тавава, кат савунет бабо, шему ива Михаил Джибраил, вил плита мн атрат Ира, мн урми, утиила латрат Джорджа, Здравствуйте! Здравствуйте! Я приветствую вас от имени всех представителей нашего сайта. И очень рада, что мы с вами сегодня встречаемся, и у нас есть возможность поговорить. Вначале представьтесь, пожалуйста, чтобы все наши слушатели знали, кто вы. Здравствуйте, меня зовут Майки Джабраэль. Я родилась в Грузии, в городе Тбилиси. По профессии я педагог, специалист французского языка. И живу на Украине уже 7 лет. Занимаюсь культурой, у меня культурная организация «Общество дружбы и культурных связей Украина-Грузия». И семья, конечно, у меня есть, двое больших детей. Девочка закончила в Украине институт по профессии политология. А мальчик пока еще только закончил школу. А наша Миля Мэгги? Джибраил, бритеван джуатра Джорджа джумдитет теплес, пуректеван бетсобет Джорджа, иван рабит лишан Франсая, у рабашен плехтеван раби, у адьяни шавашен бхайван джуатрит Украина, у пляхеван или шула мардутаная, биля бил треа травата, компаниет кад махзуюла мардутат МВАТЫ. Брати пуректола битсоба джу атрит Украина, бруни ади пару голы мадраса, бруни бушсурлю. Расскажите, пожалуйста, о ваших корнях, о вашем прадедушке, о котором вы мне писали. Ана букары мэгит лаблы мэно кат хакиакатан бут савунет бабо, кад чтиртва катан жуй герто шудртова катан, кад тиле манатрат Иран, мен урми алатрат Джорджи. А дедушка, я еще слышала от своего, от сестры моего дедушки, которая еще, когда я была совсем маленькая, она мне рассказывала, что дедушка приехал, был эмигрантом из Ирана. Вот. И она даже меня учила немножко ассирийскому языку. Я была очень рада, и уже с детства у меня вот это появилось желание. Я знала, что у дедушки есть родственники, и вот у меня большое желание появилось найти моих родственников. Как звали сестру дедушки? Нина, бабушка Нина, которая меня вот воспитывала, вот, и бабушка Марьям, обе они это меня воспитывали. Это сестры дедушки? Сестры дедушки, да, которые были не замужем, и они меня воспитывали и учили меня. Кати Гукина буд бабе, хатфатет савуни, антватет баби, ха шемо Ива Марьям, эхита шемо Ива Нина. Ана джурвестен джуид дани, у хумина кати, у хама шахакуева, буд бабе, буд бетуите, у малупи валишанет, атурае кат ярпанвале, у хабзумова хама шаами, у хакуева раба менди буд бетуйте джане у мирена кат бабе тиеле мен урми у виеле хамши хамша шинне амдан тиеле алатра Джорджа. Вы говорили, что дедушке вашему было 55 лет, да, когда он приехал в Грузию? И дальше, как сложилась его судьба?
К сожалению, у меня очень мало информации по этому поводу. Вот то, что у меня есть, и то, что я знаю от моей бабушки, то, что он приехал в 55 лет, потом он женился здесь на бабушке, которая грузинка была, вот, и родились у трое детей. Мой дедушка Михаил, тоже Джабраэль, и двое это, девочек старших, Нина и Марьям. И прадедушка был Михаил, и сына Да, назвал Михаил. и у меня брат тоже Микаэль. Это получается у нас третье поколение Микаэль Джабраэль. Савунет баби Михаил Джабраил и ва хамши хамша шана дахт мари ундан тиел алатра Джорджа джвирле Джорджета виюле брата Требната у Бруна у шемет Бруну мутуле Михаил у ахунат мя картамеги у авшему иле Михаил Джабраил. Скажите, пожалуйста, о братьях вашего прадедушки, о которых вы рассказывали. Ну, то, что я говорю, что у него было четыре брата, то есть их всего было четыре. Дедушка приехал сюда, он был самым старшим. Остальные братья уехали, как мне бабушка рассказывала, один в Америку, второй в Англию, третий во Францию. И во время войны вот, приезжали с Америки тоже. Во время какой войны? Вот точно я не могу сказать, во время какой войны, потому что была война или было что-то, я не знаю, какой-то такая ситуация, военная ситуация была, она не может мне, не могла мне уточнить это, что за время было, В потому что каком году умер прадедушка ваш? получается где-то в 1915 году. Мнаха Михаил Джибраиль, кат ива савунет бабет мя картам меги, муниха лешитет аль поча мо хамшасар. Ав джубетуй те, виле мен чуле джура ахуна, виле мен бар хада, виле тла ахун вате, ав ива джура, у амдан мен иран плитана, Михаил тилел Джорджия, Ха ахуну хишеле латрет Америка, ха ахуну Франция, у хина белкет авджу Ингланд. У ахуна кат иваджу Америка, ха куева антет мя карта меги, кат аф тиеле ал Джорджия, тпикеле ам ахуну, маралем да мут плаша виеле, Мутка ва мяте виена, нана Нина, хама шамаре ва кат дам плаша тиеле. Ина адидахт дилан, мякра Михаил мунихала шите тар поча мо хамшасар, данат плаша камая тивилая. Умбар хада хина ахун ва те лена хазе уйдалы, у хачха мене хина алатра Джорджа лена тиеле. Вы не знаете, насчет семей вот этих братьев. Были ли у них семьи? У одного, как по информации тоже, у одного была, наверное, была семья, потому что он не один приезжал сюда. Но Который кто с именно, Америки приезжал. когда, а кто именно, с кем он приезжал, я не могу сказать, но девушка была вместе с ним, как описывали, она была очень похожа на меня и на мою тетю, а мы с тетей очень похожи друг на друга. Очень, вот, то есть Как на звали меня. этого брата? Я не знаю, он всегда говорил Афанасий, Афанасий. Мы не знаем, может, один из братьев его Афанасий был. Савуне Михаил, хама шамирле ахуни Афанаси, хама шамара алишану ива авошема Афанаси, у Мара чоя хар о ахуна кат ива джоткат Америка чоя шемедавун ива Афанаси лех бадая сабаб чуле муньихана у раба менди тлек лехшле у чуле менди лех букра у лех дия суре виена едана у ади хина лид антвато у савуна у чуле ташитут бету и телена спай бадайо. Мекра Афанаси, иншему или Эдха,
авхиена джо Америка, у ношулева тиялатра Джорджия, амутва хабрата, мараба шапертва, ани амтвата хакуева, кат тиева амха шаперта брата, у ладилун ай мутхизмева, бальчет джвирова, я бальчет хизмева, мара раба мут амута литлан бут дани хизмана. А в разговорах никто не упоминал населенный пункт, откуда из Урмии? Ни разу Нет. не говорили? Нет, вот бабушка даже, ну, она не знала тоже, потому что они тоже, когда тогда маленькие были, когда отец умер, он уже в возрасте был, получается. Вот. А бабушка, ну, большая бабушка, она ничего не говорила такого, не знаю. У него, у дедушки в Грузии родных никого не было, получается. Вот, не было. И он очень, он не понимал, и тут тоже не понимали языка, поэтому очень трудно было вот что-нибудь, когда он говорил, они не понимали. А потом это мои бабушки выучили язык, и они уже знали. А как он женился на грузинке? На каком языке они общались? Он еле разговаривал. И потом на грузинском и выучил, как там, и на ломаном грузинском языке вот разговаривал, так он объяснял. Михаил Джибраил, кат Иватия Латра Джорджия, Лишана Лева Бдая, Джвирева Джорджета, у раба Эскева Кату Хамзымва Пармыва, у Кату наша Лева Пармуя, у Липува Лишана Джорджая, Хача Хамзумова, у Джорджеви Еленошу, Хачха Хазма Амулелевия, у Атхам Анихина Хазману Хишана Джухахина Атравата, Ухина Лена Бдая Хачхаму Танута Буд Хазманат Кат Этлун Бурбизы Джу Приша Атравата Дунья. Мякарта Меги Кати Шудара Копии Дваряка Катина Лишанат Фарсая от Франсая у Хачма Сурьятът от Бабо, от Антавато, Ани Чулы Батмаслиянун Джо Хурзадиян, у Батталбан Мен Хорватан, Бне Умтан, Катина Бдая Лишанат Фарсая, Карелу Нанивараг, Бальчатам Сахьятах Мандем Мата, Виела Михаил Джабраил, Мен Дематет Урми, у ан амса хайрах кам я карта меги мачхалун хзманат бабо хзманат савуно у я та буш зода буд бейтуй те джано сабаб нишо иле я тала ташит хд бейтуй то мичати иле савунат бабо мен дым мата мани на хзмане сораван кат бут амса хайрах кда хам я карта я надеюсь, что вот эти документы, которые вы нам отправили, попросила наших слушателей, кто сможет, чтобы перевели нам и помогли узнать, из какого селения были ваши корни. И может тогда мы больше узнаем об истории вашей семьи. Я тоже надеюсь. Я большое спасибо вам. Я вот очень благодарна за то, что попала к вам. Вот. И, наверное, это была судьба все-таки. Вот. И я на это очень надеюсь. А что вы искали в интернете, когда открыли наш сайт? Я все время еще. Вообще я очень люблю историческими заниматься событиями, все время читаю. И вот я про ассирийцев, почему-то у меня вот в голову пришла прочитать про ассирийцев и искала информацию историческую. А, вот, и случайно вот попала на ваш сайт. Я очень рада. Это, думаю, что это не случайно было. Вот. И, наверное, что-то получится из этого. Вот я очень надеюсь на это. И Я хочу тоже вам большое надеюсь. спасибо сказать, вот огромное спасибо сказать, даже у меня слов нету. Такое спасибо, что вы вот есть и вот что занимаетесь таким благородным делом, радуете людей и вот оставайтесь и радуйте нас долго. Спасибо. Раба Нишеки. Раба Нишеки. Я
Спасибо Спасибо. большое. Спасибо. Մեկ արդա մեկի մեր ակատ ռաբա մաղուբլը կարիա բուտ թաշետը տաթորայը, բուր զոդայատա բուտ աթորայը, ու ջո ինտերնետ վի թլատավույը բուտ թաշետա, բուտ աթորայետ կտ բխայը նեջ պրիշը պրիշը ատրվատը, ու ատխա մուջիղ տոլը վեպսայտը դիան, հագյան աթորայը, ու խզի թլակատ ըտլան խուրզը, իչըտ մղզույը վաղկատ խզմանը տավույնը, բար խզմանը ջանը կատինա բուրբզը ջու պրիշը ատրվաթը, ու չտվ թլակատը կատ ու պայնը թլա խզմանը կատ բյայլա մաչխալու, ու ռաբա բղդայը կատ մուջը խլակատը ու ատխայ հումզմլան ու ահայավլ թվուշկալ թվիլը, ու բտանալ ամն թմնան կդահա շուլուտ վադուվախ։ Вам тоже большое спасибо за то, что связались с нами. Мы очень рады, если сможем помочь. Правда, всегда рады, когда у нас получается помочь. Вы видели, результаты у нас есть. И надеюсь, что ваша история тоже заинтересует ассирийцев, и они помогут нам. Спасибо большое. Будем надеяться. Спасибо. До свидания. До свидания.